Скажите следующее. Вода святая в дом пришла, неудачи прогнала. Дом водой святой защищаю, благополучие и достаток привлекаю. Емкость с водой оставьте на кухне на ночь, а с утра умойте всей семьей. Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучшее. Для того, чтобы избавиться от негатива, перед тем, как умыться, произнесите слова. Вода льет, переливает, с глаз смывает, из жил костей хворь изгоняет. Вода течет, утекает, всю беду забирает. Аминь. В течение года, как только почувствуете недомогание, обязательно умойтесь крещенской водой. После умывания у вас появится ощущение чистоты и покоя. Пройдет накопившееся утомление и напряжение. В ночь с 18 на 19 января вся вода в кранах и водоемах считается святой. Набирайте ее с 00 часов 3 часов ночи. Есть определенные периоды, когда очень многие загадывают желания. Говорили, что в Богоявленскую ночь перед утренней небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то и сбудется. Крещение. Вечер 18 января, ночь с 18 на 19 января, 19 января – один из таких периодов. Обязательно используйте эти дни для загадывания ваших желаний. А еще, увиденные в эти дни сны всегда бывают вещами. Не забудьте записать свой сон.